Несмотря на то, что за окном разгар лета, плюсовая температура, в Иванове вовсю идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. В районе улицы Панина перекладывают старые трубы на более современные и долговечные. По словам специалистов, их срок эксплуатации порядка 30 лет. Данный участок является стратегически важной тепловой артерией города, поскольку в случае появления повреждений в отопительный период режим теплоснабжения будет нарушен у 7 тысяч потребителей. Это микрорайон Московский, улица Панина, улица Куконковых, проспект Строителей и другие близлежащие улицы. Чтобы не было повреждений на этом участке и как следствие не оставить десятки домов без горячей воды и тепла, планируется заменить около 800 метров трубопровода в поле уретановой изоляции. Коррозия им не страшна. На эти цели ресурсоснабжающая компания ПАО «Т-Плюс» планирует потратить более 70 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнены работы первого этапа. Это произведена замена 150 метров трубопроводов с обратной засыпкой. Благоустройство планируется осуществить до конца следующей недели. Это восстановление асфальтового покрытия, озеленение газонной части. Ко второму, более сложному этапу коммунальщики приступят уже в пятницу. На улице Панина будет заменен еще один участок протяженностью более 600 метров теплотрассы. Причем, чтобы улучшить качество теплоснабжения потребителей, диаметр трубы увеличат с 500 до 600 миллиметров. Все работы подрядчики планируют завершить к началу отопительного сезона до 15 сентября. На время ремонта теплотрассы, обещают в ПАО «Т-Плюс», перебоев с горячей водой у ивановцев точно не будет. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».